Здравствуйте! В эфире новости Солилецка. Начнем выпуск с региональных новостей. В Оренбурге утвердили тарифы на сбор и вывоз мусора. Он составит 3 рубля 28 копеек за 1 килограмм отходов. В многоквартирных домах норма накопления отходов на человека составляет 31 килограмм. В частном секторе – 36 килограмм. То есть в месяц с одного жителя частного дома будет взиматься около 130 рублей. Система начнет действовать с 1 января 2019 года. А теперь к новостям Солилецка. Спортсменки города отправились в Нижний Новгород на первенство России по волейболу. Во время игр поддерживать их будут тренер Юрий Коваленко и тренер-общественник Владимир Малахов. Девушки уже победили во встречах с командами Нижнего Новгорода и Уфы. В полицию обратилась 64-летняя женщина с заявлением о краже. Как установили сотрудники полиции, ей пришло сообщение в социальной сети от мошенника. Он представился знакомым. Предлагал подключиться к акции одного из банков для розыгрыша денежных призов. Женщина в ходе переписки сообщила информацию о своей банковской карте, после чего с ее лицевого счета похитили более 11 тысяч рублей. Следователям возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают: будьте бдительны и осторожны, не отдавайте и не переводите деньги незнакомым людям. Не сообщайте данные банковской карты неизвестным. В музыкальной школе Солилецка состоялся отчетный концерт. Корреспонденты ЮТВ побывали на мероприятии и пообщались с юными музыкантами. Основана в 60-х годах в начале. Первым ее преподавателем и организатором, и директором был Николай Павлович Гладышев. Все мы у него учились, те, кто сейчас работает. В школе у нас фортепианное отделение, народное отделение, отделение народных инструментов, духовое отделение, отделение духовых инструментов, хореографическое отделение и художественное отделение. Только дети или взрослые тоже могут учиться у вас? В нашей школе обучаются дети, но если некоторые взрослые изъять желание обучаться на каком-либо инструменте музыкальном, то милости просим, пожалуйста, почему бы нет. Маленький вальс. Мы готовились к нему 2 недели. Я играю на пианино, занимаюсь по 2 часа в день, по 3 часа. Почему вам это нравится? Или хотите создать свои танцы? Танцы – это вообще ваше хобби? Танцы – это наше хобби, нам нравится заниматься. Зрителями первыми это являются родители наших учеников. Зрители, они благодарны, они аплодируют нашим детям, то есть внимательно слушают. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы на наши концерты приходило больше населения нашего города. Я думаю, что как каждый родитель, присутствующий в этом зале, мы испытываем большое чувство гордости, радости за всех детей, принимавших участие в этом концерте. В Солилецке школьники младших классов отметили английское Рождество. Ребята познакомились с традициями заграничного праздника. Учащиеся Центра творческого развития по английскому языку провели занятия по изучению английских традиций Рождества. На занятиях ребята узнали, как подготовиться к празднику, почему дети сжигают письма, написанные Санта-Клаусу, и зачем вешают чулки у камина. Ученики сделали рождественские открытки и подписали их для своих близких на английском языке. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на сайте utv.ru. А лучше делитесь своими новостями. Пишите о них в комментариях в наших социальных сетях или сообщайте менеджерам в офисах продаж компании «Уфанет» в Солилецке.